Братья, свидетели, вкусно зло, всем нам фору стало далеко. Потеряли, чтоб найти свое в мире я. Знакомьтесь, Антон Кузнецов – российский хип-хоп-исполнитель, который пишет музыку и выпускает альбомы под именем Антоха МС. Антоха МС – это музыкальный исполнитель, который создает всевозможные ритмы. Задал всевозможные ритмы он и в столице Молдовы. А телеканалу СТС совместно с Русским радио удалось пообщаться с музыкантом. Антон начал заниматься музыкой 8 лет. Тогда он освоил игру на трубе. Сегодня артист сам пишет музыку, тексты и применяет полученные в детстве навыки. Во время выступлений сам себе подыгрывает на трубе. Творческие планы на будущее. Научиться вращаться на голове. Так, уже хорошо. Значит, дальше. Всевозможно. Научиться рисовать в программе Adobe Illustrator и Adobe Flash. Что-то там. Записать новые музыкальные композиции. И скажу, что как можно вовремя и раньше предоставить людям новые еще композиции и новые видео. Вот такой вот мой план. Таковы мои творческие. В 2011 году вышел первый альбом Антона «От всей души». Альбом был записан и издан самостоятельно. Распространялся самим Антоном среди друзей и знакомых. Общий тираж составил 500 компакт-дисков. Новый альбом «Советы для молодоженов» Антоха МС представил 22 сентября 2017 года.